Итак, продолжаем рубиться за Уэсуги. И сейчас пытаемся разбить вот этот самурайский отряд. Надо ему будет пройти до войск, как-то не попавшись на прицел противника. У него там вроде кондиции нет. Так, вот вроде лучники тут обделились, а как они ударить кавалерии. Можно даже генералом поддержать атаку. Так, все, отходим. С вражеским лучником покончим. Уже дрожат, я смотрю по сигару. Так, надо ударить его точно в тыл конницы.
уже заходит в тыл. Все, дальше добиваем. Так, отлично. И получаем еще одного генерала. Что, неплохо? Так, я отправлю его, пожалуй, в Киото. Задача. Опа. Здесь неприлично много вражеских войск, мы видим. Так, я думаю, тут мы парни лучше, наверное, отступить в эти дзен. Будут участвовать. Блин, сейчас положим тут весь флот на этом черном корабле. Так, вот восстание Киса я вижу. Так, попробуем все по Цуцуи ударить. Так, находит.
Так, еще пару отрядов сейчас сюда подгоним. Эх, жаль, не доходит. Сейчас посмотрим, грабим или сделаем вассала. А, тут вообще нельзя делать вассала. Подумал, Ходзю. А, Ходзю это в Сагане. Ну да, грабим, да? Не вопрос. Так, ну я думаю, в ближайшее время хватит. Так, я вижу, армия Сина подошла. А, думаю, мы тут выдержим что? Так, брали ниндзя вражеская. Так, ну в принципе, я думаю, должен одолеть эту армию, если у них подкрепления здесь не будет. Так, и заказываем еще тут солдат. Кстати, можно ниндзя заказать. А, мы обе провинции с ниндзями отдали. А вот еще у нас есть одна. Ладно, наверное, поддаем здесь мятеж. Потом сделаем. Как простым ниндзя придется довольствоваться.
Так, лошадей берем в кай. Нужно быстро пролететь. Так, кого мы тут можем? О, кстати, плохая провинция. В принципе, у нас уже есть школа. А вот ускорение стоимости всех знаний. Да, еще не знаю, нужно ли это, сколько там у нас осталось. Пару провинций захватить. И да, взять Мусаси. Мусаси там был. Возьмем. А, ну сейчас какие-то провинции, в принципе, потеряются. Так что мы, я думаю, еще увидим тут несколько эпичных сражений. Так, ниндзя пока давай версию. Нормально он тут руку уже убил. Запудрил мозги. Магами. И Симулин. Так, пора, думаю, ниндзя взяться тут за зачистку вражеских агентов. О, ну что-то не слишком крутовато для него. Разве что этого. Так, отлично. Навоз одним стало меньше. Вражеских агентов. Влияние. Я так думаю, надо убить его точно. И неуловимость. Угу. Как-то так.
Так, наемом занимаемся по-прежнему. Сигар берем. Так, можно сплавать на разведку, посмотреть. Ну вот сюда, в принципе, можно десант высаживать. Опа. Тоно, гомерео. Атароси коро ни сонайте имас. Тут торговый корабль. Все, живой остался. Так, парочку сахэ еще закажу. Ну, парочку, да. Так, что у нас тут осталось? Морское сражение. Так, а вот здесь тут все крабы. Все, провалено. Эх, жаль. Так, торговый корабль у нас сохранился. Даже два. Можно, конечно, попробовать подбить факторию. Что-то мне кажется, долго все равно не протянут. А вот что мы можем тут грабить. Ну, отличное решение. Набираем еще опытных моряков, конечно же. Так, и близится момент все-таки этого нападения. Так, ветер дует в ту сторону, это хорошо.
Так, все, начали бомбить. Что-то мне подсказывает, что нужно отходить. Никаких шансов. Как бы сжечь его? Так, что-то, наверное, отходим. Что тут происходит вообще? Так, надо поджигать. О, вроде загорелся. Так, надо еще поддать. О, блядь, да. Никого рядом нет. Эх.
Давайте уже сожжем эту каравеллу. Так, мы видим, тут приближается к нам вражеский корабль. Так, надо его отстрелить срочно. Залюбовался тут. Что там? Все бежит. Еще один сынок бомба. Пару фоток на память. Так, ну что, погнали. Гасить этих потерпевших. Оставшихся. Okay, this.
так долго. Давайте уже сжигаем их. Один из наших кораблей выходит из боя! О, ничего себе. Все. И еще кто-то где-то там есть. Так, нет, там наши. Сейчас будем искать потеряшек. О, наконец-то нашлись. Один из наших кораблей выходит из боя!
Что там звезду-то еще не дают? Кандан. Тоно, гумерио, гумерио. Икса га маттеру зо. Так, по землям мятежников они, наверное, не пойдут. Поэтому... Так, ну что, какие у нас еще вопросы были? Мастерская осадных орудий. Да, ну нафиг, сносит. Так, Хаттори, давайте-ка торговать. Надеюсь, наши переговоры будут успешными. Итак, сообщите нам о ваших желаниях и намерениях. Все, отлично. Добро пожаловать. Я здесь, чтобы выслушать вас и вместе найти наилучшее решение. Принять вас – большая честь для меня. Так, ну что, там везде вроде всех наняли? Или нет, еще не везде? Так, двух мэцок вражеских уже обломал. Наш крутой парень. О, ну тут прутся не то. Давайте хоть посмотрим, что у них там за войска. Имеется много самураев с луками. Ладно, отходим. Мина, сиги ни сомаео. Так и достают, короче, подносом. Интересно, куда они потом пойдут. Так, ну мы отступим, пожалуй. Здесь пока тоже. Так, ну все, воду как мы видим.
уничтожили. Наш отряд партизан тоже. Так, сейчас они пойдут на штурм. Так, ну что? Я думаю, продолжение увидим в следующей серии.